значит, оценку матча. Все получилось сегодня, что планировали? Не, ну, получилось. Всегда не может все получиться. Радует, что выиграли, как порадовали болельщиков. Я считаю, счет по игре, хотя потом после удаления мы могли еще больше забить. Но, как говорится, довольствуемся тем, что имеем. На поле сильно поправку пришлось сделать? Тяжело, естественно, да? Поле очень тяжелое, потому что как бы дождь был вязкая. Вот, так что пришлось как бы, ну, тяжело, чем обычно. Тоже хочется какие-то впечатления. Наверное, эта победа одна из таких самых приятных, знакомых. Все-таки обыграли как-никак лидера, плюс ну, принципиально для нас соперник. Ну, тяжелая игра получилась, поле вязкое, как бы тяжеловато было. В первом тайме хорошо забили 2 гола, плюс удаление сказалось. Немножко дали инициативу. А во втором тайме, ну, я считаю, уже доминировали и не отдавали мяч сопернику. Хорошая игра, главная победа. Что о сопернике скажешь? Насколько сегодня сложно было с ним играть? Ну, достаточно сложно. Они сами пытаются держать мяч. Все игроки такие достаточно быстрые, квалифицированные. Было тяжело. Была задача забить вот как можно быстрее, чтобы вот так все-таки на 15-й минуте уже 2-0 вели? На каждую игру задача в начале первой минуты 15-20 забить гол. Поиграем давление. Задача достать, забить быстрый гол. Получилось. Вы сегодня самый, скажем так, очень запачканный футболист, в принципе, из-за того, что из-за борьбы, потому что вы, скажем так, очень большую работу сделали. Ну, что, это моя задача, выполнять много большой объем работы, поэтому так. Все были грязные у нас, не только я. Еще такой вопрос. В принципе, вот сейчас с каждым днем, может быть, с каждой неделей, вот какой-то есть уже прогресс в понимании друг друга, то, что команда понимает, что прогрессирует, и ее видно? Ну, конечно, есть. И у нас и уверенность прибавляется с каждой игрой. Мы выигрываем, показываем достаточно качественный футбол. Как бы все идет потихонечку. Я считаю, мы прибавляем с каждой игрой.